Чувашия в числе 20 регионов страны перешла на цифровое телевещание. Абсолютное большинство жителей республики принимают сигнал 20 федеральных каналов в высоком качестве. У всех, кто не успел перейти на новый формат цифрового вещания, по телевизору будут транслировать информационный ролик с подробными инструкциями и номерами телефонов горячих линий. Специалисты будут принимать звонки с 9 утра до 7 вечера по телефону 26 11 11. У нас в каждом муниципалитете есть ответственные, которые с сегодняшнего дня в усиленном режиме будут, соответственно, мониторить стоимость цен и наличие оборудования в торговых точках на муниципалитете. И самое главное у нас является работа горячей линии. Работу горячей линии отслеживаем каждый час. С сегодняшнего дня работает 6 операторов.